Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о московском ЦСКА и их, ну, наверное, главной звезде Федоре Чалове. Игрок по-прежнему великолепен, игрок показывает качественный футбол. Да, команда в этом сезоне нестабильна, но, как мне кажется, Чалов — это один из немногих, кому на самом деле особо претензий-то нет. Чалов выполняет много разных функций, Чалов сейчас вернулся, наверное, на свой лучший уровень после длительного такого кризиса. И на фоне всего этого, ну, вдвойне актуальным становится вопрос его контракта. Он истекает в этом году. Кстати, контракт нетипичный для российского чемпионата. Он истекает в декабре месяце. Вот так вот получилось. То есть формально еще как минимум два круга он отработает в армейском коллективе. Но понятное дело, что здесь ситуация непростая, и нужно как-то работать над продлением этого контракта. И вот даже появилось сообщение о том, что ЦСКА отпустил Чалова со сборов, чтобы он провел встречу с Гинером, с руководством и определился со своим будущим. Давайте и мы тоже как-то это все обсудим, потому что ситуация, конечно, предельно неприятная для ЦСКА. И здесь, ну, армейцы могут действительно потерять одну из главных звезд фактически бесплатно для себя, свободным агентом, если затянут решение этого вопроса. Хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, она делает просмотр футбола еще интереснее, и, на мой взгляд, это лучшее приложение к спорту. Тем более, что у них есть отличный подарочек для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить новогодний презент, фрибет, в 2024 рубля. Как получить этот подарок? Да очень просто. Проходите по ссылке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, ну и там получаете все инструкции для того, чтобы получить вот этот подарок. Ну а дальше можете потратить его по своему усмотрению на официальном сайте этой компании, на их приложении. Там множество событий по разным видам спорта. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, ЦСКА, конечно же, хочет продлить Чалова. И всем понятно, что такой футболист необходим коллективу. Либо в качестве игрока на поле, либо в качестве трансферного актива. То есть, либо он должен забивать мячи, творить там чудеса в атаке и так далее, приносить таким образом пользу клубу. Либо его нужно продлить, чтобы потом уже продать за хорошие деньги. Потому что сейчас, ну, понятное дело, из-за истекающего контракта Чалов будет стремительно дешеветь. А потом вообще, может быть, уйдет бесплатно. В этой ситуации, если ЦСКА хочет получить за Федю, ну, например, столько же, сколько Динамо получила за Захаряна, например, ну, нужно продлевать соглашение. И, разумеется, в этой ситуации затягивать историю нельзя, потому что с каждым месяцем становиться все будет сложнее и сложнее. Вот эта вот история с переподписанием соглашения, с переподписанием контракта. При этом сейчас вот этот трансферный сериал, он осложняется появлением еще одного персонажа, Санкт-Петербургского «Зенита», который очень хочет выкупить Чалова, либо его подписать. Наверное, желательно подписать бесплатно свободным агентом. Это будет наиболее подходящий вариант для санкт-петербуржцев. Таким образом, появится классный нападающий в качестве альтернативы для Кассьеры, либо, возможно, замены для Кассьеры. При этом российский звездный игрок, а в «Зените» в последнее время россиян в силу разных причин топовых не так много стало, сократилось топовое российское представительство, скажем так. Среднячков хватает, ветеранов заслуженных хватает, звезд с отечественным паспортом очень мало. Поэтому Чалов им нужен, и здесь, ну, скажем так, ситуация не самая простая, потому что долгое время, как видимо, между «Зенитом» и ЦСКА действовал некий пакт о ненападении. Но сейчас он фактически был разорван, потому что было сразу несколько историй. История, официально не подтвержденная с Дивеевым, что «Зенит» пытался переманить к себе центрального защитника ЦСКА, опять же, на истекающем контракте. История с Марио Фернандесом, когда просто переманили игрока. Дальше история с Круговым. И вот сейчас разворачивается история с Чаловым.
Поэтому здесь, ну, начинается вот такая вот взаимная борьба между командами. И если в случае с Марио Фернандесом можно было рассуждать о том, что это попытка, я не знаю, поддеть ЦСКА или отомстить за то, что Дивеева в последний момент удержали у себя и не отпустили, заплатили хорошие деньги Дивееву в новом контракте, то вот сейчас, ну, Чалов это не просто подколка, это действительно необходимость. Поэтому «Зенит» будет работать еще активнее, чем в ситуации с Марио Фернандесом. И нам это, конечно же, понятно. И вот в этой истории ЦСКА уже, по всей видимости, готов поднимать зарплату, платить, ну, не то чтобы рекордные деньги, но очень серьезные для российского футболиста, 2,5-3 миллиона, такие ценники примерно оглашаются в прессе. Ну и, в общем-то, здесь Чалов, наверное, поэтому и выезжал на встречу с Гинером, чтобы все это обсудить. Разумеется, для ЦСКА ситуация непростая, потому что повышение, причем серьезное повышение зарплаты одному футболисту, порождает вопросы у других игроков. А когда нам поднимут зарплату? И ЦСКА — это команда с очень сложной внутренней структурой, где, ну скажем так, резкое повышение зарплаты, оно может вызвать определенные вопросы и претензии. Ведь мы говорим об основной зарплате в 2,5-3 миллиона, а там бонусы будут, все остальное, поэтому тут ситуация, конечно, неприятная. Еще она неприятнее, потому что мы понимаем, что для «Зенита» вот подобная зарплата — это вообще не вопрос. Они могут эту зарплату повторить, а могут еще и накрутить сверху. В ситуации с Дивеевым вроде как примерно так ситуация и развивалась, что «Зенит» предлагает одну зарплату, ЦСКА вынужден либо предлагать что-то похожее, либо даже больше, и в результате Дивееву накрутили очень серьезный контракт, а он в итоге травму получил почти сразу после нового соглашения. То есть для ЦСКА он превратился в травматичного игрока с очень дорогим контрактом. С Чаловым, конечно, такой ситуации не будет, скорее всего, но с Чаловым есть все-таки и другие проблемы, потому что мы помним, в свое время Федя был очень хорош, был лучшим бомбардиром РПЛ, это официальное звание его было в том самом сезоне, лучшим для него в карьере. Дальше он должен был перебираться в Европу, не сложилось, и как раз после этого начался кризис на несколько лет. И вот только сейчас Чалов из него вышел. И вот сейчас, допустим, ЦСКА предложит ему новый контракт, новое соглашение, не удастся договориться с каким-нибудь европейским клубом, который предложит контракт Чалову, допустим, потому что у ЦСКА сейчас все очень запутанно и сложно с переходами, как и у «Динамо», так и у ЦСКА, у них спонсоры под санкциями, они считаются клубами, которые связаны с силовиками, с армией и полицией. Поэтому здесь, ну, что «Динамо», что ЦСКА, очень тяжело и купить футболиста из-за рубежа, и продать туда. И Чалов, ну, может оказаться вновь в этой ситуации, когда сорвется трансферная сделка, он начнет грустить, печалиться, впадет в хандру и опять какой-то, я не знаю, там, застой на несколько лет вперед. Поэтому сейчас у Чалова тоже есть свои минусы, и ЦСКА, конечно, нужно сейчас определяться с будущим, что делать с Чаловым. При этом, конечно же, потеря такого важного игрока приведет к очень серьезным трудностям игровым. И в случае, если он перейдет в «Зенит», и в случае, если, допустим, его переподпишут и продадут за хорошие деньги в Европу. Воспринимать Мусаева, например, как реальную альтернативу для Чалова на данный момент сложновато. Что касается Заболотного, ну, он может в некоторых матчах выходить в атаке вместе с Чаловым и исполнять роль девятки, но это не Чалов по уровню таланта, возможностей и так далее. Поэтому здесь ЦСКА в любом случае оказался в сложной для себя ситуации, из которой сейчас очень тяжело выходить. «Зенит» же здесь будет подливать масло в огонь новыми предложениями. И, как мне кажется, то, что Чалов до сих пор не заключил новый контракт с ЦСКА, это как раз и связано с тем, что сейчас у него наверняка есть хорошие варианты. Либо из «Зенита» с хорошими деньгами, либо из Европы, где просто предлагают ему дождаться окончания контракта и перейти бесплатно. Ну, то есть по схеме Долера Кузяева в «Зените», условно говоря, когда платить за российского футболиста не хотят, а вот взять его свободным агентом, в принципе, готовы. Так что тут, ну,
Скажем так, перед армейцами стоит очень сложная ситуация, очень сложная дилемма. Будет интересно посмотреть, как Бабаев из нее выйдет. Вообще, в идеальном варианте мне бы хотелось, конечно, чтобы контракт был продлен с Чаловым, и дальше он успешно перешел в какой-то европейский клуб, чтобы и ЦСКА с деньгами остался, и Чалов с европейской карьерой. Да, Зениту будет обидно, но сами понимаете. Перспектива поиграть в Европе, она притягательнее, чем продолжить карьеру в Санкт-Петербурге. Потому что, ну, все-таки это международный уровень, возможность показать себя в Еврокубках и так далее. Я очень хочу, чтобы наши игроки все-таки ехали за рубеж, поэтому я бы хотел именно этого варианта развития событий. Но чем все закончится в этой мега запутанной истории, ну, сейчас посмотрим.